такое вот соединение человечно о бизнесе. Спасибо огромное. И слово предоставляется Ирине, заключительному спикеру, завершающему спикеру, Ирине Мальцевой. Ирина Мальцева, глава комитета регионального развития ICF Россия, ICF, российского отделения ICF. И Ирина выступит, у нас только начало недели, целой недели коучинга. Ирина представит нам анонс мероприятий на всю оставшуюся неделю коучинга. Пожалуйста. Ирина, добрый день. Подскажите, видно ли презентацию на экране? Ольга? Да, видно, да. Так, почему-то... Ага, вот. Коллеги, всем добрый вечер. Я надеюсь, что самые стойкие с нами, и я вижу регионы, кто сегодня к нам присоединялся. Всех еще раз поздравляю с открытием Международной недели коучинга. И вы знаете, для меня это неделя возможностей. Это неделя новых знакомств, новых знаний, новых открытий, новых инсайтов. И я хочу об этих возможностях вам рассказать. 16 мая сегодня во многих городах России, в Москве, онлайн, открылась Международная неделя коучинга. И я очень благодарна целым командам регионов, которые к нам сегодня присоединились. Санкт-Петербург, Пермь, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Владивосток, Хабаровск. И многие-многие люди, интересующиеся коучингом, и, конечно же, наши любимые коучи. И сегодня этот день в Москве завершится неформальной встречей коучей. Я всех на нее приглашаю, кто находится в Москве. Встреча начнется в 7 часов, это будет уже неформальное общение друг с другом. Антикафе «Циферблат» на Петровке 12. Ну и, конечно же, каждый день, это будет здесь на презентации показано, мероприятия в регионах, школах, онлайн, офлайн. И я, конечно же, не смогу сейчас передать все 125 и более мероприятий. Вы можете посмотреть на сайте, в группах Facebook, наше расписание и присоединяться к любым встречам. Также 16 мая, день сегодня, день открытия Международной недели коучинга. Завтра, 17 мая, будет тоже день онлайн открытых мастер-классов на тему личная эффективность в период изменений. Вообще, вы, наверное, уже заметили, так или иначе, сегодня темы и темы мероприятий недели коучинга, они связаны с лидерством, с изменениями и с бизнесом. Это вот такие направления, которые мы посвятили наши мероприятия. С 9.30 до 19.30 по Москве вы можете присоединиться онлайн и посмотреть выступления коучей на абсолютно разные темы. Коучинг в развитии предпринимательства, коучинг в управлении изменениями, и про компетенции коучей, сильные вопросы, словесные импровизации, невербальный коучинг, эмоциональное лидерство, креативный коучинг, коучинг в образовании. В общем, вот вы можете познакомиться с лидерами этих направлений, с практикующими коучами, и уникальную возможность задать им вопросы, приглашая вас на эти мероприятия. Из крупных мероприятий завтра пройдет бизнес-форум в Ростове-на-Дону «Лидерство в изменениях». По-моему, начало в 2 часа, и также в расписании мероприятий вы можете посмотреть, и те, кто находится на юге России, обязательно примите участие в мероприятиях недели коучинга ICF Россия на юге. Ну и, конечно же, мероприятия онлайн, офлайн в регионах, в школах и от наших коучей. 18 мая пройдет очная бизнес-коучинг-конференция в районе Плеханово в Москве. И здесь, кто находится в Москве, смогут также уникальную возможность получить, посмотреть, услышать мастер-классы уже про бизнес, про коучинг для успеха, про теорию и бизнес-практику в компаниях. И здесь я приглашаю всех коучей провести бесплатные подарочные сессии, чтобы те клиенты, те потенциальные клиенты, слушатели, кто пришел на эту конференцию, мог попробовать коучинг на вкус. У нас еще и открыта регистрация коучей, поэтому you're welcome, как говорили сегодня наши зарубежные спикеры. Также 18 мая три больших конференции пройдут очно
Владивостоке, в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде. То есть сразу такие три больших события. И, конечно, на этих событиях коучи ACF также проведут мастер-классы по различным темам и направлениям коучинга. 19 мая будет уникальный день. Мы его назвали как день демо-сессии от Coach MCC. И как сегодня, уникальный тоже был опыт послушать в режиме онлайн демо-сессии от Coach MCC, мы сможем посмотреть в онлайн-режиме сессии с Бенитой Стаффорд-Смит, с Ольгой Рыбином, коучем MCC ACF России, и румынским коучем уровня MCC VRL Апитрей. Я знаю, что сейчас идет выбор клиентов для VRL, то есть вы тоже можете заявиться и стать в числе тех клиентов, с кем будет проведена такая демо-сессия. Ну и вообще этот день будет подарочных сессий коучинга, мероприятий, тест-драйва коучинга, коучинг на вкус в разных регионах России. Не буду перечислять, вы можете тоже познакомиться в рамках нашей программы мероприятий. И в Пскове в этот день будет форум «Коучинг для бизнеса и жизни». Тоже приглашаю всех, кто сегодня присутствует здесь из Пскова. И также я приглашаю всех коучей, членов ACF записаться, вступить в группу Free Session ACF Россия. Эта группа находится в Фейсбуке. И, в общем-то, получить такую возможность присоединиться к сообществу коучей и проводить бесплатные сессии для тех клиентов, которые приходят к нам с различных мероприятий ACF России Chapter. Вот такие демо-сессии в неделю коучинга распределяются там же. На сегодняшний день знаю, что желающих очень-очень много, и коучей мало не будет. Обязательно вступайте в эту группу и пишите, сколько сессий вы готовы провести, когда, по каким тематикам. И я желаю вам новых потенциальных клиентов вот, получить в эти дни Международной недели коучинга. Как я говорю, недели возможностей. И с 20 по 22 число тоже будут мероприятия в разных форматах, вы можете посмотреть их в программе мероприятий. Всего более 120, уже почти 130 мероприятий зарегистрировано в нашем плане. Программу мероприятий вы можете посмотреть на нашем сайте. Приглашаю вас также в Фейсбуке в группу «Международная неделя коучинга 2016». Ну и, конечно же, ждем вас в качестве участника, в качестве коуча. И используйте эту неделю, чтобы действительно получить максимум возможностей и продвигаться в вашей профессии. Я благодарю за сегодняшний день, за уникальный день. Я, знаете, слушала каждого спикера и абсолютно разделяю то, что говорит каждый. Каждый из них говорит про ACF, про возможности, про то, что нас объединяет, и чувствую себя единым с ACF Global, с Международной Федерацией Коучинга. Понимаю, что в каждом уголке нашей, уже не страны, да, а мира, находятся те люди, которые разделяют ценности профессионального коучинга. Я благодарю нашу команду, команду ACF Россия Chapter, за возможность организовать этот эфир, за тех, кто находится на технической поддержке, контактирует со спикерами. И желаю вам возможностей и новых открытий. Всем спасибо, успехов, с удачным стартом. Спасибо, Ирина. Спасибо огромное за анонсы. Я думаю, что слушатели точно, даже если не знали о программе, точно смогли выбрать сейчас себе как минимум несколько.